хочу вот это солить. Сделать отверстие скажной. Вот здесь у нас границы. Если так держать, то это отверстие должно быть именно ровным. Я не знаю, оно ровно пойдет или нет. Для этого что мы сделаем? Поставим сюда уровень и посмотрим. Видите, неровно стоит. Так, опускаем. Вот где-то так должен быть сайт. Мы сейчас возьмем, его прикрепим сюда и будем сверлить. Вот это отверстие, которое мы сделали, она должна была выйти сюда, оттуда, которое я сверлил, а она опустилась вниз. Вот без уровня я не посмотрел, и вот так криво получилось. Сейчас постараемся сделать ровно. Вот его поставим, чтобы он ему не мешал. И обмотаем скотчем. Это у нас бумажный скотч, можно и обычный тоже. То, что под руку попало, я взял. Сейчас с этой стороны тоже обмотаем, чтобы он устойчиво стоял. Все. Вот ему тоже не мешает. И у нас уровень тоже стоит ровно. Сейчас пойдем сверлить. Вот так ставим аккуратно, где нам надо сверлить. И отсюда уровень держим. Вот, выровняли и поехали. Сперва без ударника я его сделал, чтобы выемку сделать. Сейчас ударник включил. Вот, чуть-чуть криво получилось. Так, более-менее нормально. Не настолько низ упало. Вот, второе отверстие тоже сделали. Вот у нас, видите?